have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, Катана Зиро. Продолжаем. Да, именно с этого момента. Видите, кстати, восьмая кассета поменяла свой цвет на желтый. То есть Чайна Таун — это у нас, по идее, финальная глава за нашего персонажа. Но здесь мы вдруг начинаем играть за другого. Ну, мы за него начинаем играть. На самом деле, это наш персонаж. Смотрит по телеку. Все это мы читали в прошлый раз, если что. Кстати, говорят, один зэк завтра свидетелем выступит. Да, там что-то про заговоры, хунту такое, да? Вроде как делать серьезное. Может, надо удвоить патрулирование? Ну ладно, что может пойти не так? Ну и вот и пошло все не так. Не, ну это на самом деле... А, у меня есть и слоумо. Это на самом деле читорство полнейшее, то, что мы сейчас делаем. Да, это сработает, естественно. Да. Да, зачем ты... Блин, то есть, пока я нахожусь в этом слайде, пули меня берут или нет? А-а-а, зачем? Я запаниковал, хорошо. Да, я просто решал, что мне и где пока что делать, все, я понял. Так, я тебя понял. А, я не могу ударить, пока у меня возможность перезаряжается, или что? Прям на последний лазер телепортнулся. Нормально, справляемся. Нет, надо перепрыгивать, иначе... Нет, не все за... Она перезаряжается, ну, как бы быстро, но достаточно медленно для того, чтобы не воспользоваться ей дважды. Да блин, успокойся. Да ну я даже... Понимаете, я был еще в полете, я нажал Shift, чтобы замедлить время. Все, нормально. Да нет же ж! Вот как это бесит. А, никто не подскажет, что произошло, а? Нормально. А, замедление времени у нас работает... Ага, понял. Все, надо подождать, пока оно поднакопится. Нормально. Нужно было просто сразу пробраться. Минус. Ух. Вот это я мог сейчас запросто запороть, если что. Ну,
Ну, то есть, это единственный способ, которым я вижу... Да какой капслок, блин, я shift нажим... Все, нормально, срабатывает. Надо вот тех двоих ушатать сейчас. Прибегут на шум? Наверное, прибегут на шум. Я не знаю. Сейчас посмотрим. О, не на! Нормально, справляемся. То есть этого хватает, вполне хватает. Ну, эта способность пока что, она выглядит очень по-читерски. Ух, он на шум... Убежал! Нет! Они стреляют буквально. Да ну почему ж? Я ж не нажал тебя ударить-то. Я нажал прыжок вверх, ну что вы делаете? Так. Вот эта штука меня тоже немножечко раздражает, то что ты хочешь, за, ну типа ударить вверх и свалиться вниз, но он так не делает. Когда ты бьешь вверх, ты остаешься уже на верхнем этаже, с этим ничего не сделаешь. И это немножечко, ну, такое, подраздражает, что ли. Ну, то есть... Там двое наверху. Да почему же? У меня ровная наводка была туда, куда надо. Чё за фигня-то? Кто-то услышал? Ага, мне надо переп... Все, иди отсюда. Я поторопился. Нет! Почти справился. Да ну блин, ну так же нечестно! Ладно. Как это сейчас получилось? Как это сейчас получилось? Не знаю, короче, тут все очень странно. Так, сюда можно заглянуть, кстати. Если здесь откинуться от стеночки, то можно вот этих двоих пришить. Сейчас они развернутся. Развернуться, говорю. Ну это так глупо было сейчас. Ну просто офигеть! Я тут кучу народ перевалил. Какого-то чувака на полмиллиметра пропустил, и все. Ну вы серьезно? Да, я только что говорил, что это читерская способность. Если что, ну ладно. Игра все равно сложная.
Их надо подлавливать, иначе не выйдет. Так, один у нас там еще, не забывайте. Минус два. Еще бы чего! Пока он выходит из двери, я не могу ему ничего сделать. То есть, я махал мечом, пока он вышел, перезарядился. Вообще, моя огромная удача, то, что он мне ничего не сделал. Вот этот пойдет обратно или нет, мне интересно. Пойдет, куда он денется. Да ёпарасы ты, у меня уже все... Вы видели, что за звездец? Это вообще как? Они у меня все трое были на мушке, в последнюю секунду, бах, у меня удар отменяется, и все. Сдохни. А, уровень уже пройден был, по факту, ну вы что делаете? Ну кого же фига? Так, по крайней мере, этого упыря мы выманили сейчас. Очень часто игра довольно несправедлива. Не знаю, мне это не кажется... Я был в телепортации... Говорят, короче, пока ты в телепортации в этом, то ты неуязвим. Кого фига, когда я в кувырке, в телепортации, меня все равно убивает. Ну я... Вот это бесит, я же нажал. Почему сейчас не ударили? То есть у них реакция молниеносная, буквально там в миллисекунды идет. Когда я нажимаю, у меня иногда не срабатывает фиксация моих нажатий. Почему это происходит? Как это сейчас было? Почему я не сделал второй шаг? Офиг его знает. Вот просто так вот захотелось. Нормально. Вот я жду, пока он подойдет. А кого фига ты был на пути поражения, и тебе ничего не осталось? Конечно. Короче, когда ты находишься в замедлении или в приеме, ты становишься заложником своего собственного же замедления. Потому что ты уже понимаешь, что ты ничего не успеваешь сделать. Тебе остается просто подохнуть к черту, и все. Иди нафиг от меня. Прибежал, блин. Оленеподобная собака. Интересно, такие существуют? Не, вряд ли. Это уже чисто... Вот зачем ты сюда один идешь? Вас надо тут двое. Вниз, вниз, блин! Моментально нажимаю вниз, он очень долго встает. Когда его щитом отбрасывают, он очень долго встает. Это происходит все прям мучительно медленно. До свидания. Ну это един... А! Ты
ты как там оказался? Оттуда уже все прибежали. Ты что делаешь вообще? О, бесит, бесит. На самом деле некоторые моменты очень сильно бесят. Ничего не поделаешь. Ну уровень-то не сложный. Уровень-то не сложный. Здесь именно просто несправедливость игры. Вот я прилетел, опять же, отменить вот этот вот... Какого фига мне не засчитали его? Ну, то есть, вот этот чувак сейчас по мне будет стрелять. У него шотган, не шотган. До свидания. Вот он меня увидел. Хорошо. Там их наверху четверо. Четверо — это дофига. Это прям откровенно дофига. Выманивать их как-то? У него дробаш! Просто на месте. Гопа, и все. Никто ничего не услышал. Нормально. До свидания. От тебя сразу, по крайней мере, избавимся. Ты бесячий. Ты тоже бесячий. Минус. Это не сложные ребята. Может вот этих вот как-то? Да ну-ка, зачем ты наверх-то запрыгиваешь, Карл? Блин, очередной раз я попался на этом же. То, что я пытаюсь ударить снизу, он просто берет к ним наверх, запрыгивает. Ну, естественно, трое чебуреков, блин, будут очень рады просто меня там грохнуть нафиг. Я отсюда. Ну четверо — это прям реально дофига, ребят, ну нельзя так. Причем открыв дверь, я не могу ее уже закрыть, вот в чем прикол. До свидания. Тяжело. Причем чуваков с дробашами. Я отразить не могу. Ладно, осталось двое. Пожалуйста, не запари этот уровень. Фух. Это было очень, блин, сложно. Не то чтобы сложно, это было резко. Чё с чуваком? А, вот. Имена, живо. Ты или всех сдашь, или умрешь. Давайте вот так. Читаю, я тут седьмой год чалюсь, я не знаю уже никого. Не надо! Не думаю даже покрывать подельников, рассказывай. Да он не знает, хотя фиг его. Джош Роуз убили на этой неделе. Омар Аль-Хасим. Аль-Хасим. Это он все заново начал? Как он связан с русскими и с мадам ниндзя? Мадам ниндзя, ага. Я не знаю, о чем ты. Я даже не в курсе, что кто-то пытается Хрона свернуть. Я только с адвокатом говорил за все эти 7 лет.
Но это точно не правительство, и я полагаю, что мало у кого хватит денег на производство Хроноса. Аль-Хасим точно знает, тебе он нужен. И еще Леон Фоль Альвенслебен. Он создал Хронос, он обо всем в курсе. Это я и хотел узнать. Только не убивай. Все должны умереть, все, кто остался, все, кто создал он с такими. Аль-Хасим умрет, Леон умрет, и ты тоже умрешь. Это будет балаган, а не суд. Завтра тебе и так конец. Ну, чувака, утопим. Даже не зарежем, тупо утопим. Осталось 2 дня, кстати. Так, ну там табличка. Леон Фоль Альвенс Слебен. 3-й район. Обработка мясной продукции. Кто это и кто это? 2 варианта, нормально? Ты получишь ответ на свои вопросы. А, я уже не управляю, если что. Мне просто позвонил телефон. Кто говорит? Слон. Играет Мидгриндер Людовик. Бойня. А сфига ли тут? Ох ты ж. Сфига ли здесь спецназовец-то стоял щитованный? Я, если что, не хочу спецназовцев щит... Черт. Stay tuned for information. Давненько у меня не было гостей. О, как интригующе. Когда-то здесь располагалась тестовая площадка для проекта 0. Лучшие ученые, солдаты, новые мекки приходили, мои испытания проходили, чтобы доказать себя. Посмотрим, сможешь ли ты пройти их. Ай-яй-яй! Занятно, продолжай. Я пока читал, я не понял, что в меня целятся. Это что было сейчас вообще? Серьезно, я чуть не провтыкал. Я неплохо шел. Я его отразил без замедления. Неплохо, кстати. Так, это он будет меня постоянно... Не-не-не! Нет! Блин! Ты издеваешься нафиг? Я так глупо слился, серьезно. Да ну не мог ты так быстро выстрелить, иди нафиг. Что происходит? Какой нафиг суд? Вот это на самом деле бесит. Да ну, он выстрелил раньше, чем эта штука открылась. Идите нафиг. Он стреляет на упреждение, долбанный читер. Ну это же невозможно.
Ты ошибаешься. Так, их там трое, между прочим. Так! Какого фига они бьют на упреждение, когда я еще в перекате, когда еще это? Это стреляет на упреждение. Ну блин, вы че? Вот смотрите, ну кого фига-то, как я должен это все успевать? То есть, игра, давай по-честному. Так. Да ну блин, ну я прицепил к нему, мне нажать оставалось, вы серьезно? Идешь отсюда нафиг просто. Ну блин, ну это... Такие вещи бомбят, серьезно, до этого сложность игре восхищала. Сейчас они для того, чтобы докрутить сложности, они используют вот такие вот мелкие штуки, когда игра действует на упреждение. Такого быть не должно, в принципе. Свидание. О, нужно было прицепить и довести вместе с ним. Ну ладно. Да ну хорош! Да ну... Бесит. Ну, он меня просто достал и все. Да shift наш... Какого фига ты меня наверх-то... До свидания. Почему нож не долетает? Какого фига-то? Я в него кинул нож для того, чтобы он долетел. До свидания. Shift! Да shift же ж ты! Успокойся. Я что, с ножом остался? Какой стороной? Я уже не... Нормально. То есть то, что запрещено делать во всех играх, это
убивать чувака в анимации, бам! Убивать чувака в анимации, они это запросто все это практикуют. Ты находишься в анимации, да нам пофиг. Мы просто тебя убьем. Но это догонялки, их нужно всех под этот пресс загонять, иначе... Да. Бам! Я, кажется, понял, что мне надо сделать. Какого фига ты такой резкий-то? Ладно. Угу. Почему? У меня постоянно палец промахивается мимо шифта по этому. Серьезно, это я уже пару раз замечал. Такую фигню. Иди отсюда нафиг. Ну, то есть не обязательно проходить там. Нормально. Сфига ли их два прибежало? На самом деле фиг поймешь, как это все работает. Бай. Откатился, убежал уже. Нет, блин, пуля все равно догнала. Ты серьезно? Бам. Я не был на прицеле. К тому же, даже если я был в перекате в этот момент. Вы что, творите, черти дикие? Вот серьезно, вот такие вот читерские методы, когда ты в анимации, тебя убивают, когда это... Иди сюда, сдохни. Угу. Нет, нет, нет! Я гениальный, я просто вместо этой штуки взял другую, взорвал себя. Все хорошо, все нормально. Уйди! Так, у меня есть нож, минус. Минус. Чувак с дробашом, да, конечно. Нож нужно беречь на чувака с дробашом.
Нож нужно беречь на чувака с дробашом. Все, нормально. Таким образом мы затачиваем. Отстань от меня! Так, дымовуха. Там у нас чувак. Да уйди ты от меня, дай подумать. Один остался? Нормально. Уйди от меня! Я прошел, все. Нормально. Так, там двое, тут. Тут дофигелярд людей просто. Естественно. Пошло не так. Да, я был только что возле него. Как я оказался в километре, блин? Естественно, блин. Ну ладно, тут я хоть сам накосячил. Если бы я сейчас еще и сгорел бы на этой фигне. А что если сюда? Да не, бред какой-то, да? Сейчас как это? Вот этих двоих! Давай, давай, давай! Давай! Минус. Минус. Нужно подгадать. Да блин, не подгадал. Есть. А, все, прекрати, пожалуйста. Главное сейчас было не случайно лазере не сгореть. Это было неплохая. Так, к Людовику туда. Как мне вниз-то спрыгнуть? Не перекат, вниз. Там внизу броня и там внизу... Да, ну вы чё, это же нереально. Так, нужно два раза перекатиться. Хорошо, все, есть. У меня детонатор. Детонатор, возможно, лучше будет сверху кинуть. А что эта штука делает? Она лазера переключает, да?
Если бы я сейчас от двери сдох бы, это было бы просто эпичная фиаско. Отсюда. Так, ладно, у нас осталось два чувака. Да иди ты нафиг, блин, говорю. Нам нужно, чтобы щитовика вытолкнуть. А теперь нам не нужно. Мы такие... А теперь нам нужно, чтобы к тому чуваку сзади зайти. Вот для чего нам это нужно. О. Время! Время, черт побери! Почти закончилось! Я совсем перестал за временем-то следить. Так, если сейчас будет еще и босс-файт, блин, это будет печалька. Так, ладно. Так, мы переходим к заключительной части теста 0. Она известна тем, что почти никто ее не пришел. Блин, да вы серьезно? Наблюдать за тобой было весьма любопытно. Удачи! Блин, удачи, черт побери. А, зеленые... Зеленые это типа нормальные места. Я понял. Надо бежать к ближней. Если ты побежал не к ближней, то все. Бегашечка. Не в ту сторону. Да блин, ладно вам, ребят. Интересно, к ним вообще прикасаться нельзя, или... Типа, когда это... Оп, не то. Прикиньте, фартануло. Давайте без столбов. Я выстрела даже не слышал, прикиньте. Да, нажал же shift. Фига ли я сейчас вниз это ударил? Со щитовиками я до сих пор не знаю, как правильно сражаться. Каким, блин, образом? С первого раза я с ними так хорошо справился. Если два шотганщика еще... Просто взял, выстрелил. Ну, нормальный. Но он меня просто ударил нормально.
Да ну и нажал я шиф! Короче, на них надо сверху напрыгивать, на щитовиков, по-моему. По-моему, это сейчас неплохо сработало. Причем, смотрите, как происходит анимация. Сначала меня убивают, и только потом происходит замах от удара. Конечно. Да ну, во, бесит, я нажимаю shift, понимаете, в чем прикол? Не путаю, а именно нажимаю shift. Пытаешься подгадать момент, чтобы нажать shift. Дробаши? Не хочу. Какого, блин, фига? Какая-то плешивая плебейка, блин. Со мной так поступает, ты серьезно? Так, дробаш вылазит с правой стороны, надо запомнить, потому что дробашей надо быть бить первыми. Это единственные ребята, с которыми я не могу справиться. Дробаш вылазит справа. Да ну нафига ты вверх-то стреляешь? Урода кусок. Стреляй ты прямо всегда. Надо не поддаваться игре, оказываться справа в нужный момент. После дробаша. Да ёпарас это, я уже был и в замедлении, и успел отбить, это как вообще сейчас было? После щитовиков выходят автоматчики еще раз. После автоматчиков выходит дробаш справа. Ну конечно. Да-да-да. Пошел. Задолбали, блин, со своими вот этими ударами, причитерскими. Но это уже было ГГшечка. То есть щитовик свое дело сделал. Он занял у меня 5 секунд. Нельзя, чтобы щитовик занимал 5 секунд, иначе задница. Стреляй. Уйди отсюда. Все. А! В смысле не выйдет? Так, давай без стрельбы. Я в перекате был, вы что делаете вообще? Так, ладно, тут я накосячил, тут я согласен. Слишком рано. Перекат нужно делать прямо в сам лазер. Еще и навстречу ему. Они становятся быстрее, или у них идет рассинхрон? Они становятся быстрее, я понял. Да ну какого же фига? Буквально миллиметр какой-то, вот.
них идет рассинхрон, смотрите. Я нажал вниз, если чё. Спасибо. Даже идя к ним навстречу, буквально на полмиллиметра ошибаешься и все. Вот этот уровень был реально садистами выдуман. Это нифига не проверка скилла, нифига не проверка реакции. Это уже просто издевательство. Все? Тест пройден? Ты выжил? Иди нафиг со своими тестами! Шанс выживания альфа 0,7%, ваш шанс выживания бета 0,13%, шанс выживания гамма 0,100%. Мои поздравления, юный гений. Иди ты знаешь куда? Давай без фокусов. Ты гамма нуль с самого детства. Тебе давали хронос и готовили тебя к жизни. Бла-бла-бла. Ты был богом войны, повелителем времени, мастером меча. Ты должен был выиграть нам войну. Однако же хронос и проект нуль не оправдали себя. Придется начать с самого начала. Само твое существование ошибка, недоработка. И, блин, что-то еще я не успеваю читать за ним. Блин, ну он все уничтожил, если что. Для тебя здесь ничего нет. Прочь, у меня много дел. Мне не до тебя. Прощай. Ну а дальше? Понял. Так что со мной продолжаешь трындеть, если тебе не до меня? Мое терпение понемногу заканчивается. Моя работа слишком важна, мне нельзя мешать. Следующий твой шаг повлечет за собой мучительную гибель. Тут можно что-то помацать, тут можно что-то помацать. Давайте по очереди. Включить машину? Погоди, нет. А вот это что? Открыть креста? Да. Это наш той клиент. Ну, понятно. А! Где тебя черти носят? Почему не пришел? Почему я машину-то не включил? Я подумал, что это... Интересно, что там было? Ты вчера вырезал целый отряд спецназовцев. Ты вообще не понимаешь, какую беду на себя навлек. Какого фига ты делаешь? Привет! С возвращением! Я тут кое-что клевое нашла. Хочешь глянуть? Ну, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Что ж там клевого-то нашла? Она наверху. Ёлки, вот это красиво. Вот это красиво. Он будто бы бесконечный. Интересно, что там за горами? Отсюда совсем не видно ни грязи, ни мусора, только огни. Красиво.
Когда-нибудь я узнаю весь этот город. Почему нет-то? Ладно, нет. А? Мы уедем туда, где лучше. Далеко-далеко. Во второй район? Далеко-далеко. Второй район? Еще дальше. Ну ладно. О, а это что? С войны осталось. Медаль. О, так ты воевал, значит ты герой. Только почисти медальку. Ладно, грязи, как грязная, как черт. 7 лет ее ношу, не снимаю. Чтобы помнить, что однажды я сделал что-то хорошее, и не важно, что я делаю сейчас. А, ты зачем ее выкинул? Теперь я и без нее не забуду. Ох. Может еще чуть посидим? Давай. Я уже засыпаю, но... Я не хочу, чтобы опять пришли люди в масках. Я не дам тебя в обиду. Обещаешь? Ладно. Страшный суд. Кстати, оставалось-то 2 дня. Эй. Ну уже вставай. А? Тебе что, кошмар приснился? Вставай, Соня. Смотри, я тебе завтрак сделала. Ты не по рецепту готовила, да? Конечно нет. Чистейшей воды и импровизация. Фирма гарантирует. В общем, я нашла рыбьи головы, протеиновую пасту, бухнула все это дело в кастрюлю и сварила супец. Угощайся. Ну, попробуем. О, как супчик. В жизни вкуснее ничего не ел. Серьезно? Прям ничего вкуснее. Я так счастлива, я тут на вкус как какашка. А тут еще такое дело. Давай я тебя одолжу бегемота, раз у тебя своего нет. Мне он все равно не нужен. Ты же рядом. Если вдруг загрустишь, то просто обними бегемота, и все пройдет. Только его не обижай. И он мой самый лучший друг. И это только на время. Теперь у Левиафана есть друг. Да, и у меня есть. И у тебя. Да, я знаю, что тебе идти надо. Увидимся. Прошу, проходи, располагайся. Все, ребятушки, давайте тогда на этом моменте закончим. Я без понятия, я теперь осталось долго до конца, недолго. Давайте тогда здесь остановимся, продолжим в следующей серии. У нас с вами потихонечку серии перетекли с 40 минут на часовые. Но я не хотел резать ситуацию наполовине где-то. Так к тому же я, наверное, что-то чуть затупил в прохождении этого уровня. Я не знаю, буду я вырезать это, не буду. В крайнем случае, будете смотреть на мои мучения. Вот, все, ребятушки, на этом у нас пока все. Увидимся тогда в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.